Учет зимующих водоплавающих птиц – важная природоохранная акция, утверждают орнитологи. Птицы все чаще остаются зимовать в средней полосе. Этому способствует свободная ото льда участки водосбросов и богатая кормовая база, которую обеспечивают люди, подкармливающие птиц. Чтобы выяснить, насколько важны для птиц холодные зимовки, а также какие виды остаются на зиму и в каком количестве, Союз охраны птиц России проводит ежегодный среднезимний учет водоплавающих. Акции придумали название «Серая шейка». На Клязьме уток подсчитали участники проекта «Юные защитники природы Центра Романтик». Ребята из гимназии номер 2 и школы номер 16. Мы сегодня считали в реке Клязьма, в водоеме, количество уток на суше, да, и в воде. Я насчитала 89 самок. А я насчитала 74 самца. В конце для точного подсчета сфотографировали их. Отчет, составленный по заранее разосланным рекомендациям, ребята передадут в отдел экологии, откуда его перешлют вышестоящим министерствам, которое уже много лет сотрудничает с Российским союзом охраны птиц. Эта акция уже идет с 2015 года, и она направлена на помощь специалистам-орнитологам, которые занимаются птицами. Это очень интересно для того, чтобы понять и антропогенное воздействие человека, насколько комфортно уткам, да, у нас в городе, а как мы видим, им комфортно, потому что их большое количество. Подсчет птиц – увлекательное и интересное занятие, и, конечно, удобнее всего это делать зимой, когда Клязьма покрывается льдом. Здесь на один квадратный метр может прийтись по несколько десятков особей. После того, как все было подсчитано, ребята птицы покормили. Еда, принесенная человеком, единственный источник пропитания для уток зимой. Принесите птицам хлеб, овес, ячмень, пшеницу, перловку. Много пользы птица принесет корм из овсянки или дробленки, из цельного зерна кукурузы, ячменя или пшеницы. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.